Проект «Миллион», он о бессмертии души. Пару лет назад в клубе на какой-то вечеринке в общей компании познакомился с девочкой, которая пережила опыт клинической смерти. По ее рассказу, у нее был выход из тела, и, скажем так, это полностью изменило ее взгляды на жизнь. Трек «Миллион», он как раз начинается с банального куплета про тусовку в клубе, «Hey, ho!», а второй куплет начинается с слов: «Мы были кем-то друг другу уже тысячи раз, в этих моментах я видел тебя в тысячах глаз». Возможно, что может быть история, которая тянется не одну жизнь, а множество жизней. Из одной в другую, из одной в другую. И это словно танец. Танец душ, в котором люди кружатся тысячи лет, меняясь местами, меняясь ролями, меняя тела, меняя жизни. Мне кажется, это то, о чем стоит подумать.